Минувшие выходные были богаты на спортивные мероприятия, и большинство из них были посвящены Дню Героев Отечества. 9 декабря в Центре спортивных единоборств «Медведь» Славянской на Кубани состоялось открытие турнира по самбо памяти героя Советского Союза генерал-майора Василия Колесника и героя России гвардии майора Сергея Таранца. Среди почетных гостей были председатель Совета Славянского района Григорий Литовка, председатель Совета ветерана Вячеслав Салмин, герой России Эдуард Цеев, сослуживец Сергея Таранца Дмитрий Хомяков. Выступающие поблагодарили ребят за то, что они чтят память своих земляков-героев и пожелали им успешно выступить, показав характер и волю к победе. В турнире приняли участие спортсмены из города Сочи, Калининского, Крымского, Красноармейского, Гулькевичского и Славянского районов. Всего более 100 ребят. Несмотря на возраст и уровень подготовки спортсменов, все схватки были напряженными и зрелищными, а тренеры и родители активно поддерживали ребят. По итогам турнира в копилке наград славянских самбистов 9 медалей, 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Поздравляем ребят и их тренеров с успешным выступлением на соревнованиях.